Участники вебинара, надеюсь, меня слышно, видно точно. Насчет слышно не знаю пока. Подскажите в чате, хорошо ли со звуком все обстоит? Ага, отлично, спасибо. Ну тогда начнем наш сегодняшний вебинар. Он будет посвящен теме презентации PowerPoint. И расскажу я сегодня о том, как можно сделать электронную игру. Рассказывать буду на примере опыта работы нашей библиотеки. Когда я там работала в библиотеке, мы очень много сделали и провели электронных игр. И вот я выбрала сегодня несколько примеров из своей практики и расскажу вот пошагово, как мы это делали, на что нужно обратить внимание, какие-то тонкости, мелочи. Если по ходу вебинара у вас будут возникать вопросы, вы не стесняйтесь в чате, задавайте. Я, если постараюсь, отвечу сразу. Постараюсь, конечно, ответить сразу, но если что-то сразу не соображу, то потом могу чуть попозже уже вам в личном сообщении каким-то образом об этом сказать. Да. Сегодня не будет традиционных ссылок. Если кто-то ходит на мои вебинары постоянно, то привыкли, что какие-то ссылки постоянно в чате появляются. Сегодня у нас немножко другой порядок работы. Я вам буду предлагать шаблоны, поскольку их нигде не опубликовать. Вернее, опубликовать-то можно, но вся интерактивность пропадет, и смысл в этой публикации уже не будет. Поэтому я их загрузила сегодня в папку «Ресурсы». Для тех, кто впервые на вебинаре или еще никогда это кнопочка не пользовался, вот я тут подсказку нарисовала. У вас на экране, если вы смотрите сейчас с компьютера наш вебинар, значок папки наверху серенький такой. Вот если вы его нажмете, у вас откроется вкладка «Общедоступные ресурсы». И в этой вкладке с правой стороны целый список общедоступных ресурсов презентаций. Самая верхняя, PowerPoint, это та презентация, которую вы сейчас смотрите и слушаете. А остальное все, это все шаблоны различных электронных игр. Я постаралась по максимуму сегодня добавить все, что нашла у себя в закромах, то, что мне показалось интересным. Вот это вам для примера, но чтобы было интереснее слушать, вы параллельно можете тот или иной шаблон открывать, просматривать, а уже потом самостоятельно сможете, ну, грубо говоря, поковыряться в каждом шаблоне, посмотреть, как он сделан. И, может быть, по этому образцу придумать что-то свое. Ну вот, такая вводная часть закончилась. Приступим к теме вебинара. Ну, наверное, PowerPoint не зря считается одной из самых популярных программ. С ее помощью можно сделать все и немножко больше. Инфографику нарисовать, презентации, само собой, сделать, видеоролик записать, видеолекцию, озвученную презентацию, буктрейлер снять. Ну, в общем, практически все. С каждым годом возможностей все больше и больше становится. А я сегодня выбрала, наверное, самую интересную тему – это создание электронных игр с помощью этой презентации, с помощью этого инструмента. Игры самые разнообразные, и интерактивные, и не очень. Вот я решила от простого к сложному пойти. С чего начать создание игры? Если вы никогда этим не занимались, то можно попробовать, вот мы с этого, собственно, и начинали. Это обычная простая игра на слайдах, без всяких эффектов анимации. Единственное, что здесь можно сделать эффектом, это переход между слайдами. На первом слайде вопрос, на втором слайде ответ. Вот у меня есть викторина «Великая Отечественная война» среди списка ресурсов. Вот это как раз скриншот оттуда, из этой презентации. Здесь что нужно? Здесь просто определенное количество вопросов, столько же к ним ответов. Вопросов 10, значит слайдов будет 20, плюс какой-то стартовый слайд. Ну а далее эта игра в основном проводится в режиме такому живого общения. То есть на экран выводятся слайды, участники отвечают на вопросы, получают какие-то фишки. В данном случае мы раздавали звездочки. Набравший наибольшее количество звездочек и становится победителем. Это все очень просто и быстро делается, главное список вопросов задавать. Но все это, конечно, не очень интересно. Можно, но не интересно. Поэтому сразу не распространяясь, пойдем дальше. Нам нужен интерактив в нашей игре, то есть нам нужны какие-то кнопки, на которые надо нажимать, какие-то переходы между слайдами, между заданиями, чтобы можно было возвращаться назад, показывать правильный ответ или неправильный. То есть вот столько много интерактива, и все это можно сделать с помощью PowerPoint. Если у нас нужна игра посложнее с интерактивом, то для этого нам понадобятся так называемые управляющие кнопки. Кнопка – это такая интерактивная фигура, при нажатии на которую происходит какое-то действие. Например, это может быть переход на другой слайд.
Это может быть переход по ссылке во внешние источники информации, ну, то есть веб-сайт какой-то открывается. Либо это во внутренние ресурсы компьютера, например, запустить видеоролик с компьютера или аудиоролик. Либо эта кнопка будет каким-то образом анимирована. Ну вот пример управляющих кнопок сейчас на экране. Где я их взяла и как их сделать? Самый простой способ взять уже готовые. В PowerPoint они есть. Ну вот как раз пример таких интерактивных кнопок управляющих. Здесь у нас вопрос нарисован, две кнопки. Верно, неверно. К ним можно пристроить такую анимацию. Например, если нажать на верный ответ, он может увеличиваться в размерах, тем самым показывая, что он правильный. А неверный, например, если на нее нажать, то она исчезнет. И тем самым участники вот сразу поймут, как они ответили, правильно, неправильно. И внизу квадратик такой красненький. Эта кнопка тоже интерактивная. Она позволяет перейти к новому заданию, на новый слайд, например. То есть кнопки это хорошая вещь, они нужны. Теперь рассказываю, где мы их брали. Самый простой вариант вставить такие кнопки через меню «Вставка» вверху. Выбираем фигуры. И дальше до конца списка пролистываем. Внизу управляющие кнопки. Они изначально тут уже с рисуночками. Есть со значком рупора, есть со знаком вопроса, есть со стрелочками. Если вы хотите на кнопку разместить какой-то свой текст, то выбираем самую крайнюю. Она с правой стороны находится. Туда можно вписать свой текст на эту кнопку и тем самым ее оживить. Выбираем нужную кнопку. Выбрали и по ней щелкнули. Тут же сразу поверх этой кнопки или сбоку от нее появится вот такое окошко действия. Настройка действия. Здесь вы сразу эту кнопку с чем-то связываете. Как правило, кнопка связывается с переходом на какой-то слайд. Ну, например, вы выполнили одно задание, вам нужно перейти на следующее задание, на следующий слайд. Мы ставим галочку «Перейти по гиперссылке», а дальше из выпадающего списка выбираем, какой слайд нам нужен. Первый, последний, произвольный. Можно вообще завершить показ, если у вас задание последнее. Если вам какой-то конкретный нужен слайд, то выбираем вот это, вот то, что у меня синеньким сейчас обозначено, слайд. И далее там откроется список всех слайдов, и вы просто щелкая выбираете нужный. Так можно настроить внутреннюю навигацию, что называется, внутри презентации, от одного задания к другому. Далее. Еще в карточке действия присутствует вот такая опция, как звук. Вот он, звук внизу. К этой кнопке мало того, что можно прикрепить какую-то гиперссылку, можно еще прикрепить звуковое оформление. Ну, например, как мы это использовали. Вот тут сейчас два звука есть, мы их загрузили сами. Вообще-то здесь есть набор звуков. Аплодисменты, барабан, там можно покрутить список большой. У нас были две кнопки, одна с правильным ответом, другая с неправильным. Правильная у нас была кнопка «Умничка», отбивка такая музыкальная. Если вы скачаете один из шаблонов, то там есть эта отбивка, можете ее послушать. И вторая отбивка – это звук провала. Ну, это из киножурнала «Ералаш» такая. Квакающая музыка означает, что ответ неверный. Вот. Так вот мы можем звуковыми эффектами показывать правильность, неправильность ответа. Это все, что настраивается в карточке действия. Да. Переход по слайдам, внутренняя навигация, звуковые эффекты, если они вам нужны. Так мы с помощью кнопок уже можем от задания к заданию двигаться, это уже хорошо. Но это еще не все. Кнопки можно, конечно, взять готовые, но если они у нас стандартные, не очень интересные, ну и, кстати, можно перекрасить. Любая вот эта вот кнопочка, она перекрашивается в разделе «Формат», как рисунок. По ней щелкаем, выбираем «Работу с рисунками», «Формат», а дальше ее можно перекрасить, под свою презентацию подстроить. Но даже это не всегда спасает, и нужно сказать, что кнопками управляющими может быть, собственно, любая картинка. Вот у нас были игры на морскую тематику, у нас управляющей кнопкой служил вот такой штурвал. Мы его внутрь каждого слайда вносили, справа внизу он у нас присутствовал. Эта кнопочка возвращала в турнирную таблицу. Чуть попозднее, попозже я расскажу, как сделать турнирную таблицу. Ну, вот такая кнопка была, штурвальчик. Загружайте картинку с компьютером. Дальше правой клавишей щелкаете на эту картинку, открываете контекстное меню. Нам нужна гиперссылка.
жмем на нее, окошечко открывается немножко уже другое. Тоже настройка действия, но немножко иначе. Что здесь нам нужно настроить? Ну, во-первых, можно связать это с какой-то веб-страницей опять-таки. То есть выход во внешние ресурсы. Ну, это интересно на тот случай, если, например, у вас какая-то викторина есть или какой-то вопрос, и он в интернет-пространстве находится. Вот так неожиданно можно на веб-страницу выйти, и откроется игра. Мы так делали, у нас было одно из заданий – решить кроссворд. Кроссворд был сделан в программе Learning Apps. Вот. Ну, эта ссылка была внутри презентации. То есть мы прямо в презентации нажимали на значок, открывалось окошечко Learning Apps, мы решали кроссворд, а затем возвращались в презентацию. Можно так сделать. Далее. Нас больше интересует вторая кнопка – место в документе. Вот это вот место в документе мы и выбираем. Это навигация между слайдами. Ну, вот она. Жмем, у нас открывается список всех слайдов. А далее мы просто выбираем, к какому слайду эта кнопка нас отведет. Чтобы не запутаться, здесь просто слайды пронумерованы, из нумерации непонятно немножко, что же там на этом слайде. Просто щелкаем на нужный, и рядом откроется маленькое изображение, миниатюрка. Чтобы не запутаться, делаем так. Если это все хорошо, и вы попали на нужный слайд, нажимаем ОК. И все это сохраняем. Так настраивается внутренняя навигация. Ну вот пример как раз вот этих вот кнопок с анимацией и с навигацией. Здесь два вида кнопок управляющих, как вы видите. Игра «Угадай минерал». Я попозже расскажу, в чем суть игры была. Это просто для примера сейчас. У нас есть правильный ответ «Кварц», неправильный ответ «Жемчуг». Две управляющие кнопки. Внизу третья кнопка управляющая – это у нас отсылка к следующему заданию. Той кнопочке, которая со стрелочкой, к ней прикреплена гиперссылка на новый слайд, к новому заданию. А вот эти две управляющие кнопки, к ним гиперссылки уже не прикручены. К этим кнопкам прикручены звуковые эффекты. На правильный ответ – хороший, положительный эффект, на неправильный ответ – отрицательный. Далее. А далее мы еще захотели, чтобы кнопка неправильная исчезла, а правильная увеличилась в размере. И для этого нам понадобился еще один элемент. Это элемент анимации. К каждому объекту на экране можно прикрепить анимацию. Точно так же, как и гиперссылки. Можно не только кнопкам и картинкам крепить, но и к текстам, само собой. Здесь та же самая история. Анимация прикрепляется к любому тексту, картинке, либо кнопке. Ну, удобнее крепить, конечно, к кнопкам и картинкам. Поэтому мы с этого и начинали. Ну, вот пример. Взята у меня картинка условная. Далее выбираю вкладку «Анимация». И дальше, чуть правее, кнопка «Добавить анимацию». Там выйдет целый список различных анимаций, которые можно использовать. Какие из этого списка подходят для игры? Прежде всего, здесь есть анимация на вход, на выход, на выделение объекта и на его перемещение по слайду. Из всего этого, что мы использовали? Ну, ссылка «Анимация на вход», когда щелкаем по слайду и появляется правильный ответ, например. Слайд был пустой, по нему щелкнули, появился правильный ответ. Далее. Есть кнопка выделения. Это тот случай, когда мы хотим, чтобы правильный ответ стал более крупным, например. Да? Или каким-то образом там выделился другим способом. Дальше. Выход. Кнопка на выход – это, например, для исчезания неправильных ответов. Мы так их использовали. Но вот только что не использовали перемещение по экрану. Вот это нам как-то не пригодилось. А так, собственно, все анимации мы попробовали, и они все работают, и все хорошо используются. Из этого списка выбираем все, что нам нужно. Эту анимацию можно просмотреть и добавить к объекту. Все закрепилось. После этого анимация может работать. Открываем презентацию в просмотровом режиме и проверяем, действительно ли все работает. Кстати, к одному объекту вы можете прикрепить несколько анимаций. Как это делается? Сначала крепим одну анимацию, а затем начинаем ее настраивать. Вот перед вами сейчас настройка анимации. Даже если вы прикрепили всего одну, лучше подстраховаться и ее настроить. По умолчанию все анимации запускаются щелчком. Это удобно. Вы щелкаете, например, у вас на пустом слайде написан просто вопрос. Вы щелкаете по слайду,
в любом произвольном месте, либо по кнопке по какой-то, и возникает правильный ответ, допустим. Мы это использовали как? Вот на слайде писали вопрос, дальше пустое место оставляли, ну, якобы пустое. А если по нему щелкнуть, открывалось правильный ответ. Это самый простой тип анимации. Запуск щелчком. А далее, если вы хотите более подробно настроить, то есть кнопочка «Параметры эффекты». Как это все найти? После того, как вы загрузили анимацию, ее добавили, нажимаем на значок «Область анимации». И у вас с правой стороны от презентации откроется список всех ваших анимаций, которые вы добавили. Вы нажимаете на синюю стрелочку рядом с каждой и открываете параметры эффекта. Здесь все возможные настройки для анимации. Я люблю именно здесь настраиваться, потому что, чтобы ничего не пропустить. Потому что вот из этого контекстного меню можно, например, и здесь все настроить. Запуск щелчком поставить, там, или запускать после предыдущего. Ну, чтобы не ошибиться, лучше вот перестраховаться и попробовать параметры эффекта. С правой стороны у меня два скриншота из этих параметров. Первая вкладка «Звук» добавляет. Если мы хотим анимацию еще и озвучить. Ну, например, там. Неправильный ответ будет одним звуком, правильный другим. Для этого вот выбираем вкладку «Звук». Есть библиотека звуков, аплодисменты, барабаны, там какие-то крики. Вы можете загрузить свой звук и его использовать в качестве звукового сопровождения. Далее. Если нам это не нужно, просто пропускаем. Время. Вот это вот самая важная вкладка в этой карточке. Здесь устанавливаем, проверяем, чтобы анимация запускалась по щелчку. Ее можно настроить и автоматически. Например, если вы выберете опцию «Запускать после предыдущего». То есть у вас что-то уже появилось на экране, и следом, как только то закончилось, начинается запуск следующей анимации. То есть тем самым вы настраиваете порядок анимаций. У вас первая идет по щелчку, а вслед за ней следующая будет после предыдущего, третья анимация будет после предыдущего и так далее. Выстраиваем их по вертикали, одну за другой. Специально есть кнопочка «Задержка». Вы можете здесь настроить даже количество секунд, как долго будет перерыв между несколькими анимациями, например, с какой задержкой будет появляться объект на экране. Продолжительность, как долго он будет проявляться, исчезать, двигаться и так далее. В секундах все выбираем. Вот здесь настройки времени, очень точно все. Обязательно сохранить «Окей» и обязательно все проверить, чтобы анимация срабатывала и действительно все работало так, как есть. В просмотровом режиме открываем и проверяем. Это настройки временные. Если мы хотим, чтобы несколько объектов появились сразу одновременно, то мы выбираем «Запустить вместе с предыдущим». Например, у вас есть правильный ответ и к нему картинка. Вот выбираем для них анимацию. Первую запускаем, например, щелчком, а вторую настраиваем «Запускать вместе с предыдущим». И они вместе, по идее, у вас должны появиться на экране. Вот так настраиваются временные характеристики презентации. Тут можно поэкспериментировать, посмотреть, что вам больше понравится. Вот пример как раз такой анимации, о которой я вам говорила. Вопрос написан. Внизу белое пустое место, где должен появляться ответ. Написано просто правильный ответ и все, а дальше пустое пространство. При нажатии на это пустое пространство появляется ответ. Вот он внизу. Этот шаблончик, вот, который я сейчас показываю, он тоже есть в списке, называется он «Игра с выражениями». Да, это про фразеологизм игра. Здесь мы использовали очень простую анимацию. Вот такую на выезде. Если посмотрите, с правой стороны мелко, но видно, область анимации открыта. Там все анимации, там есть заголовок 1, заголовок 2, объект 1, объект 2. И вот к ним прикреплены такие звездочки. Это и есть анимации, которые к ним крепятся. И на экране, если приглядеться рядом с каждой строчечкой, тоже присутствует маленький значок, что объект анимирован. У нас не все сразу было написано здесь на экране, а по очереди выезжало. Здесь настройка анимации. Что-то одновременно появляется, что-то постепенно. Вот на примере этого шаблончика можно посмотреть, как это все устроено. Ну и вот эта вот фиолетовая кнопочка, это, как вы понимаете, управляющая кнопка гиперссылка. Она к следующему заданию ведет или в турнирную таблицу.
Это что касается анимации. Далее, теперь пошли к самому сложному эффекту, к самому сложному уровню в использовании и создании игр. Это так называемые триггеры. Вот с ними еще больше возникает необходимости работать, но это интересно, потому что на выходе появляются очень интересные вещи. Триггеры – это по-другому, ну, в переводе, спусковой крючок. Это такой эффект, он работает в паре с анимацией, он дополнительный к анимации. Срабатывает этот эффект после нажатия на объект. Ну, например, у вас есть объект на экране, допустим, какая-то кнопка с цифрой, ну или с текстом, неважно. Нажимая на эту кнопку, вы запускаете триггер, а он, в свою очередь, выводит вам на экран какие-то новые объекты, например. Или, нажимая на эту кнопку, делаете так, чтобы она исчезла. Либо, нажимаете на одну кнопку, появляется другая кнопка. В общем, тут вариантов много самых разных. Для чего триггеры нужны? Для того, чтобы запускать анимацию в произвольном порядке. То есть вы сами управляете своей презентацией так, как считаете нужным, своей игрой. У вас есть несколько кнопок, и вы, нажимая на них, произвольно можете запускать то одну презентацию, то другую. С анимацией это не пройдет, потому что анимация настроена по вертикали. То есть сначала одна анимация срабатывает, потом вторая, потом третья. Вы порядок изменить не можете. А вот триггеры позволяют в произвольном порядке запускать различные эффекты. Это хороший способ, например, для создания игр по принципу своей игры. Вот сейчас как раз на экране внутренность нашей игры. Она в шаблонах называется «Город с морским характером». Это игра про Мурманск, про наш. Здесь у нас кнопки есть. Ну, свою игру представляете, наверное, 5 категорий. Нет, 4 категории, 5 вопросов в каждой. Да. Триггеры здесь нужны, чтобы произвольно запускать кнопки. То есть участники делают выбор, а вы, как у ведущей, запускаете определенную кнопку, открывается нужный вопрос, нужное задание, затем вы возвращаетесь в стартовую таблицу, отмечаете, что этот вопрос пройден. Вот такая вот сложная работа, это все делается с помощью триггеров. Вот в этом поле какие были триггеры и какая была анимация. Ну, во-первых, к каждой кнопочке была прикреплена гиперссылка. Тут было 3 в 1. Первый шаг мы прикрепили гиперссылки через контекстное меню. Их добавили к каждой кнопке. Но перед тем, как стартовую таблицу создать, вот сразу скажу, забыла такую точно сказать. При создании игры, если она у вас с турнирной таблицей, вот с такой, например, со стартовой таблицей, то делаем все наоборот. Сначала создаем вопросы и ответы на слайдах. А уже в конце, на последнем этапе, делаем таблицу. Сейчас объясню, почему. Потому что к каждой кнопочке нужно прикрепить ссылку на определенный слайд с заданием. А если у вас их нет, то крепить пока будет нечего. Поэтому сначала создаем слайды с заданиями, а уже потом переходим к турнирной таблице. Что к каждой кнопочке прикрепили гиперссылку на определенный слайд с заданием. Дальше, это был первый этап. Второй этап, к каждой кнопочке прикрепили анимацию. Анимация здесь исчезновение. Для чего она нужна? В своей игре нужно отмечать, какие вопросы уже отвечены, чтобы не повторяться. Поэтому, если кнопка исчезла, значит, этого вопроса больше нет. Анимация исчезновения. Вот она сейчас желтенькая, там выделена наверху. Можно посмотреть. Вот она, анимация. Ну и, наконец, к каждой кнопке прикреплен триггер, который запускает сразу и гиперссылку, и анимацию исчезновения. То есть у вас кнопка исчезает, и вы перепрыгиваете на нужный слайд. Вот для чего нужны триггеры. Они в произвольном порядке запускают все эффекты и позволяют сразу 2 в 1 запустить и гиперссылку, и анимацию. Вот так работают триггеры. Сейчас расскажу, как они действуют. Ну, для начала нам нужна анимация, потому что они в паре с анимацией работают. Если объект будет не анимирован, то и триггер к нему не прикрутишь. Выбираем опять область анимации, добавили анимацию, она у нас отобразилась с правой стороны. А дальше следом за кнопочкой «Область анимации» идет кнопка «Триггер». Вот она нам и нужна. Нажимаем. Он сразу нам предлагает запускать по щелчку. Да, нам так именно и нужно. Триггеры лучше работают по щелчку. Выбираем.
Щелкаем. А дальше посмотрите, у нас целый список объектов на слайде. И нам спрашивают, к какому из объектов нужно триггер прикрутить. Поскольку мы щелкнули по какой-то кнопке, то он сразу вот по умолчанию ставит нам галочку. Вот. Что исчезновение будет вот конкретно этой кнопки. Если мы хотим, ну, условно говоря, нажать на одну кнопку, а чтобы исчезла другая, то мы из этого списка эту другую кнопку выбираем и галочку переставляем. Но нам такие сложности не нужны были, поэтому вот он сразу нам подсказал, какой прямоугольник у нас. Прямоугольник, допустим, 30. Вот он. Поэтому, да, мы соглашаемся. И этот триггер включается в столбик с правой стороны. Мы его видим. Щелкаем просто еще раз по этой галочке. И он у нас добавляется с правой стороны. И там будет и анимация, и триггеры. Два в одном. Таким образом, к каждой кнопке мы подключаем вот так вот триггер. Обязательно потом все это нужно проверить. То есть сначала сохранить, а потом открыть в просмотровом режиме и просто понажимать на кнопки, проверить, срабатывают ли триггеры и нужные ли слайды, главное, вы выбрали для переходов, ну и исчезают ли кнопки. Если все сделано правильно, то все будет работать корректно. Далее, вот этот триггер мы создали, настроили его на исчезновение, а дальше вы можете дополнительно в поле триггеров в области анимации с правой стороны увидели триггер. Если по нему щелкнем, то можно его еще дополнительно настроить по времени, по щелчку, проверить, чтобы был вот именно тот треугольник, прямоугольник, который нужен. Дальше задержка по времени, допустим, вы хотите, чтобы не сразу кнопка исчезла, а плавно она исчезала. И здесь настраиваете 2, там 3 секунды и так далее. В общем, здесь более подробные настройки, если они вам нужны, конечно, можно сделать. Во вкладке «Эффект» вы можете выбрать еще и звуковой файл. Я об этом уже рассказывала, когда про анимацию говорила. Здесь точно так же. Можете звук добавить. При нажатии на кнопку она мало того, что будет исчезать, она еще будет как-то звучать. Я потом покажу, у нас есть одна такая игра со звучащими кнопками. Можно будет посмотреть. Ну вот, самый простой шаблончик у нас был, называется «Игра по книге». Она в списке ресурсов. Вот я уже один слайд из нее давала в качестве примера, теперь рассказываю. Это игра с очень простой анимацией, с очень простыми триггерами. Вот мы именно с нее начинали в качестве интерактива. Во-первых, к этой игре был прикреплен сюжет. Почему «Музейный червяк» она называлась? Потому что сюжет был такой. Ну, игра для начальной школы была, для младших школьников. «Музейный червяк» забрался в музей и съел все подписи. Музей был цветного камня, он съел подписи у всех минералов. И нам нужно правильно прикрепить подпись к каждому минералу, угадать по картинке и по описанию. Ну, задача игроков была из трех вариантов выбрать правильный ответ. Как мы это сделали? У нас были три управляющие кнопки с надписями. Одна правильная, две неправильных. Далее к этим кнопкам мы прикрепили анимацию. Правильная увеличивалась кнопка, неправильные исчезали. Дальше еще звуковой эффект был к правильным и неправильным ответам. И все это мы закрепили триггерами, чтобы можно было нажимать на любую кнопку в любом порядке, в произвольном, и все это срабатывало. Внизу стрелочка – это гиперссылка, которая ведет на следующий слайд, со следующим вопросом. Здесь нет турнирной таблицы, поэтому анимация была очень простая, и сделали это достаточно быстро. Если вопросов в игре много, то это, конечно, будет на первых порах отнимать много времени. Мы пошли на хитрость. Мы сделали первый слайд с первым заданием, вот этот, например. А далее просто накопировали этих слайдов столько, сколько у нас было вопросов. Затем внутри слайда мы просто меняли картинку, меняли описание и меняли варианты ответа, вписывали другие. Но вот эти вот блоки с кнопочками «Сердолик», «Перед», «Ешма» мы потом перемешивали просто курсором мышкой, меняли местами и все. Главное не ошибиться, правильный подписать, где правильный ответ, где неправильный. Ну, например, условно говоря, серединка, вот, «Перед» – это был правильный ответ. И сюда на всех слайдах мы вписали правильные, а на все остальные – неправильные. Потом их просто перемешали местами, чтобы не все время на середине был верный ответ. Вот такая маленькая хитрость.
Так можно делать неограниченное количество слайдов, и анимация, и триггеры, они все сохранялись. Единственное, что вот эту стрелочку вам придется настраивать вручную каждый раз, потому что надо каждый раз ввести на новый слайд. Вот это единственное вручную. Все остальное можно ускорить. Ну, изнутри вот так это выглядела презентация. Вот в области анимации, там совсем маленькая область, там всего две маленьких анимации и один триггер, да, который все это запускает. Вот таким образом это все выглядело изнутри. Вы можете сам шаблон открыть, полистать, посмотреть. В просмотровом режиме там должны еще звуковые эффекты срабатывать. Так что можно использовать. Ну, это была вторая наша попытка сделать интерактивную игру. Своя игра. Та же самая, по которой я начинала уже говорить. Вот сейчас расскажу теперь пошагово, как ее мы делали. Во-первых, накопировали слайдов с заданиями и с вопросами. Это первый шаг был. Второй уже перешли к стартовому слайду, к так называемой турнирной таблице. Вот эти кнопочки мы сделали. 5 вопросов, 4 категории. 20 вопросов нам понадобилось. Ну, то есть 20 слайдов у нас было и один слайд с турнирной таблицей. Еще можно было какую-нибудь обложку красивую придумать для этого. Все подписали, все обозначили. Что здесь? Главное здесь настроить, да, анимацию, триггеры и гиперссылки. Я уже вам рассказывала. Сначала гиперссылка, потом анимация исчезновения, а потом дополнительно триггер, который это все запускать будет нам. Как мы сделали вот эти одинаковые кнопки? Меня иногда спрашивают на вебинарах, вот как сделать такие красивые одинаковые кнопки. Мы это сделали с помощью вот такой опции, как формат рисунка. Сначала мы просто сделали кнопку «Вставка рисунки», выбрали прямоугольник скругленный, например, и его вставили, хотя бы один для примера. А далее через контекстное меню правой клавишей мыши мы открыли опцию, называется она «Формат рисунка». Просто щелкаем по этой кнопочке правой клавишей «Формат рисунка». Там есть такая заливка. Так, пишут, что у нас звук пропадает. У меня как бы двигается зелененькая штучка, отвечающая за звук. Если слышно, щелкните в чат плюсик. Ага, звук нормальный, спасибо большое. Значит, все хорошо. Продолжаю дальше рассказывать. Про заливку. В режиме формат рисунка выбираем опцию «Заливка». Там есть сплошная, градиентная, пропускаем это все. Нам нужна заливка, рисунок или текстура. Вот. Ставим туда точечку, а дальше выбираем внизу кнопочку «Файл». «Вставить из файла». То есть нам нужна картинка из файла. Картинка у вас на компьютере находится. Вы нажимаете «Файл», открываете рабочее поле, например, свое, там рабочий стол, папки, какие вам нужны. Выбираете нужную картинку. Все. Выбираете «Вставить» и «Закрыть». У вас внутри этой кнопочки появится миниатюрка вашей картинки. Таким образом, вы можете накопировать 5 таких кнопок. Точно так же сделать вторую категорию. Так получаются очень красивые, аккуратные кнопочки. Далее, как сделать, чтобы они ровненькими стояли? Мы сделали невидимую таблицу. Вот такая она у нас была. Это опять внутренняя начинка презентации. Сделана через вставка таблица. Далее вот так разлинованы слайды табличные. А внутри каждой ячейки мы вставили картинки, кнопочки, подписи. Вот так. А потом мы эту таблицу просто невидимой сделали. Формат таблицы. И сделать вот эти линии невидимыми вручную. И тогда стало еще проще. Теперь все красиво. Более-менее получилось все ровненько. Можно, конечно, вручную это все разместить, но тогда тут уже на свой глазомер надо полагаться, чтобы было красиво и ровно. Вот так. Да, запись вебинара, конечно, будет, она ведется в конце сегодняшнего дня и обязательно в следующий день будет на канале Директ Академии. Вы ее сможете посмотреть со звуком. Табличка. Дальше сами слайды. После того, как мы нажали на кнопку, переезжаем на слайд с вопросом. Здесь, как видите, в области анимации совсем очень немного всего. Вопрос был сразу написан на слайде без всякой анимации. Анимирована у нас была картинка и ответ текстовый.
Две анимации, которые запускаются одновременно. Здесь мы ничего не придумывали нового, просто настроили анимацию первую по щелчку, а вторую анимацию запускать вместе с предыдущим. И они две одновременно так и выплывали. Ответ и картинка. Внизу кнопочка с изображением Кольского полуострова – это кнопка возвращения в турнирную таблицу. Вот здесь, если вы создали один слайд и все время к нему будете возвращаться, то здесь имеет смысл накопировать таких слайдов много, создать одну гиперссылку, все время в турнирную таблицу возвращаться, и можно попробовать их накопировать, ну, чтобы вручную все не делать, а уже потом там размещать задание. Вот таким образом. Ну, можно и вручную, конечно, и так, и так. Вот что касается игры «Своя игра». Она достаточно длительное, конечно, время отнимает, работа над ней, в смысле технической. Вопросы-то у нас уже изначально были готовы. Зато очень интересный результат получается. У нас очень с большим успехом именно вот эти игры проходили. Они у нас проходили по командам. То есть делились на команды, каждая команда получала, выбирала себе вопрос и отвечала на него. Очень интересно. Мы сделали один шаблон, и потом на его основе просто меняли содержание, увеличивали количество слайдов, вернее, не количество слайдов, количество вопросов уменьшали иногда, например, для маленьких читателей, или задания изменяли, тематику меняли. В общем, достаточно сделать один шаблон своей игры, и потом по нему можно работать еще долго-долго. Целые турниры проводили. Таким образом. Ну, давайте посмотрим еще один шаблончик, который мы тоже пробовали. Интеллектуальный биатлон. Это шаблон, который называется «История ММРК». В списке ресурсов она у нас там висит, эта презентация. ММРК – это наш Мурманский морской рыбопромышленный колледж. Они попросили к своему юбилею провести игру по истории этого учебного заведения. Ну, даже тут не суть важно. Смысл вот какой. Интеллектуальный биатлон – это тоже была командная игра. Тут 4 команды у нас было. И 5 раундов для каждой. Ну, раунд – это вопрос. То есть достаточно, чтобы выиграть в игре, каждой команде нужно было правильно ответить на 5 вопросов. Почему биатлон? Ну, 5 мишеней в биатлоне, они закрываются выстрелами. Как это все работает у нас? Команда производит первый выстрел, первый вопрос. Ну, они отвечали по порядку, мы так и как в биатлоне и шли, слева направо. Первой команде достается первый вопрос, они стреляют, ведущий нажимает на кнопку с первым вопросом. Кнопка исчезает, просто становится черной, вот вместо единичка это исчезает, просто кнопка черная. А дальше мы открывали задание с вопросом. Команда отвечала на него. Правильно или неправильно. Затем ведущий возвращался в турнирную таблицу. Если задание было отвечено, если вопрос был отвечен правильно, то ведущий второй раз нажимал на эту же самую мишень, и она становилась белой. Ну, как в биатлоне, она закрывалась, другими словами. Если ответили неправильно, то значит промазали. Ведущий ни на что не нажимает и переходит к следующей команде. А здесь так и остается черный кружочек. Это очень удобно. По итогу можно подсчитывать, сколько мишеней закрыто из 5. Побеждает тот, кто закрыл максимальное количество мишеней. По очереди ход переходит от одной команды к другой. Сначала все отвечают на первый вопрос, потом на второй, на третий и так далее. Вот принцип был такой. Теперь рассказываю, как это технически мы сделали. Ну вот, например. Вот итог игры, например. Ну, я просто понажимала для примера. Вторая команда ответила правильно на 3 вопроса, 3 мишени закрыла, а на 2 неправильно. Вот так получилось. Теперь я отодвинула тут кружочки, открыла вам список анимаций и триггеров, чтобы было понятно, как это все срабатывает. Какая тут была хитрость? Тут на самом деле не один черный кружочек, а тут их 2. И они наложены один поверх другому. К каждому кружочку прикреплена анимация и триггер, который эту анимацию запускает. Какие 2 кружочка? Нижний кружочек черный абсолютно, верхний кружочек с цифрой. Верхний кружочек, который с цифрой, он настроен на анимацию исчезновения. То есть, если на него нажать, то это кружочек просто исчезает. Но поскольку под ним тоже черный, поэтому кажется, что исчезает просто циферка. На самом деле исчезает весь кружок целиком. Исчезновение по щелчку. Дальше у нас остается второй, нижний который.
А нижний мы настраиваем анимацию перекрашивания, чтобы он из черного стал белым. И тоже триггер, который запускает эту анимацию по второму щелчку. То есть к одному один триггер и к другому один триггер с анимацией. А дальше уже это все должно срабатывать. При первом нажатии исчезает первый кружочек, при втором нажатии второй кружочек становится белым. Вот я вам отодвинула два, чтобы посмотрели, как накладывается один на другой. Да, конечно, это требует много времени для подготовки, но для этого есть шаблоны. Интеллектуальный биатлон, шаблон я вам скинула в ресурсах. Вы можете себе на память сохранить, а там потом поэкспериментировать. Просто убирайте наши вопросы и добавляйте свои, а турнирную таблицу оставляйте как есть. Вот и все. Шаблоном, конечно, будет проще. Мы тоже когда-то с шаблонов начинали, у кого-то подсмотрели, где-то прочитали и пробовали. Поэтому да, шаблоном, конечно, проще. Если вы уже маститый создатель викторин игр, то можно и самому придумывать нечто. Ну, пожалуйста, вот про анимацию исчезновения было просто. А вот анимация называется цвет заливки. Она меняет цвет нашего кружочка. Этот цвет заливки надо искать в анимации, которая выделяет объект. Анимация выделения. Вот там выбираем цвет заливки. Он изначально был черный, да, а мы выбираем, ставим цвет заливки белый. Ну, вот там можно дополнительно сделать это плавно, но может так на такие тонкости не шли, просто выбрали из черного в белый. И сохранили, конечно, все. Так мы сделали с каждыми кружочками. Каждому прикрепили гиперссылку, это первый этап, ой, нечаянно. Потом анимацию к двум этим кружочкам, ну, потом триггеры. И видите, с правой стороны список разросся. У нас триггеры сначала к первым кружочкам, потом пролистать там триггеры ко вторым кружочкам. Да, это какое-то время занимает, но результат того стоит, правда, эффектно смотрится. Далее. Внутри как все выглядело. Слайды. Вот они такие. Здесь у нас нет правильных, неправильных ответов. Мы пошли другим путем. Мы поэкспериментировали здесь как. Здесь есть кнопка «Правильный ответ». Но на этой кнопке есть небольшая хитрость. Здесь нет вариантов ответа, здесь есть открытый вопрос. И мы решили сделать так, чтобы сразу поняли, правильно ответили участники или нет. Добавили звук. Ну, как настроить так, чтобы звук заиграл именно тот, который нужен? Кнопка-то всего одна. Мы не можем здесь нарисовать две, потому что участники сразу поймут, что они ответили неправильно. Если мы потянемся к неправильной кнопке, это будет уже неинтересно, эффект пропадет. Поэтому нам кнопка нужна одна с правильным ответом. Он у нас будет запускать выезд самого ответа. Еще мы хотели звук. Как мы это сделали? Вот, пожалуйста, изнутри. Вот так выглядел сам слайд. Вот этот вопрос с картинкой, вернее, ответ с картинкой, который выезжает. А вот кнопка «Правильный ответ». На самом деле это не одна кнопка. Их на самом деле две. Они обе закрашены в одинаковый синий цвет. На одной кнопке написано слово «Правильный», на другой кнопке написано слово «Ответ». Мы их соединили друг с другом. И к каждой кнопке мы настроили свой триггер. К той части, где написано «правильный», мы пристроили хороший звук. Ну, звук на правильность ответа. У нас «Умничка», по-моему, играла там. А если ответ неправильный, то мы это пристроили ко второй кнопке, которая просто «Ответ». К ней пристроен неправильный звук. Ведущий, который знает правильные и неправильные ответы, просто в нужный момент нажимает на ту или иную кнопку. Главное не промахнуться, поближе к краю. Жмем на слово «правильный» – играет правильная музыка. Жмем на слово «ответ» – играет неправильная. Ну и параллельно вторым щелчком выплывает ответ и картинка. Вот такое оживление в рядах. Но если вы запустите там звуки соответствующие, вы не судите строго, эта игра была молодежной. У нас были студенты-мореходки, поэтому там звуки будут забавные. Вы их можете просто удалить, либо свои загрузить, подходящие по теме. Вот такая небольшая хитрость. Ну и этот штурвальщик у нас возвращает обратно в биатлон. Да. Еще одна игра. Игра по карте. Она называется «Достопримечательности Мурманска». Ну, мы краеведческой библиотекой были, поэтому у нас все игры связаны с краеведением. Как это было сделано? Тоже триггерами, гиперссылками и анимацией. Здесь есть звездочки на карте. Ну, карту мы обычную скачали из Яндекс.Карт.
Просто нужный микрорайон свой выделили, вот микрорайон обслуживания нашей библиотеки, где достопримечательности наставили там звездочек. Звездочки мы взяли в фигурах вставка и закрасили их в красный цвет. Можно любые другие значки, маркеры, какие хотите, можно выбрать. Далее, к каждой звездочке прикручена гиперссылка на слайд с заданием. Как работали? Участники просто выбирали нужную звездочку. Эта звездочка при ее нажатии открывала задание, на которое они отвечали. Тут, собственно, все очень похоже на предыдущий вариант. Тоже к каждой звездочке прикручена была гиперссылка, триггер, анимация. Все как полагается, все как нужно. Но тут даже не в звездочках было дело. Самое интересное, на турнирной таблице мы попробовали считать. Вообще-то мы раньше считали все вручную. То есть кто-то сидел и записывал просто, сколько баллов набрала какая команда. Там иногда происходили споры, кто-то с чем-то не соглашался, кто-то говорил, что забыли что-то посчитать. В общем, мы решили попробовать сделать на турнирной таблице еще вот счетчик, как сказать, баллов, которые набрала команда. За каждый ответ у нас был один балл за правильный. И у нас при нажатии на вот эти кнопочки, у нас было 4 команды, оранжевый, фиолетовый, зеленый, желтый, при нажатии у нас начинался счет. Допустим, нажимаем на кнопочку один раз, 1 балл, второй раз нажимаем уже 2 балла, третий раз 3 балла. В конце каждого вопроса мы возвращались в турнирную таблицу и начисляли баллы каждой команде. Ну, 1 балл начисляли кому-то, кто ответил верно, например. И так нам удалось избежать вот таких вот споров. Как это сделано? Я сразу здесь секрет открыла, как это сделано. Здесь 8 вопросов было для каждой команды, 8 баллов максимально можно было заработать, поэтому сделали 8 кнопочек одинаковых, наложили их одну на другую. Ну а дальше вы, наверное, догадаетесь, что мы сделали. Мы к каждой кнопочке прикрепили анимацию исчезновения и триггер. Теперь при нажатии на первую кнопочку она исчезала и открывалась кнопка 2, на которой написана цифра 1. Нажимаем на кнопку с цифрой 1, она исчезает, открывается кнопка с цифрой 2. Ну и так до 8. Вот так можно сделать счетчик баллов, если вам интересно. Далее. Ну, внутри все было попроще. Тут самый интерес был именно в турнирной таблице. Остальное все было уже немножко попроще. Мы здесь настроили анимацию плавного выезда. То есть прямо вот на экране поверх карты у нас выплывает вопрос. С задержкой по времени выплывает ответ. Вот как раз сейчас я открыла вам запускать после предыдущего. Сначала выплывает вопрос, а затем по щелчку. А затем вслед за ней, после предыдущего, возникают вот эти 3 варианта ответов. Анимация постепенная тут была настроена. Ну, еще одна фишка была, что у нас правильные и неправильные ответы перекрашивались. Правильными ответами был один, должен был перекраситься в зелененький. Ну и неправильными ответами 2 остальные, они должны были перекрашиваться в красный цвет. Да. Мы заходили на слайд ответа, запускали еще раз звездочку, выплывал вопрос, варианты ответов. Вот вся анимация, как она настраивается, она здесь. Выбираем триггер звезда и прикрепляем появление анимации. Далее. А далее вот перекраска пошла. Выбираем нужную кнопку, например, вот памятник Кириллу Мефодию, это был правильный ответ. Мы к нему прикрепляем анимацию выделения. А дальше там вверху желтеньким цвет заливки. Вот. Выбираем этот эффект и устанавливаем зелененький. Сохраняем ОК. Остальные 2 выбираем опять цвет заливки и ставим там красный. При нажатии срабатывает триггер, и кнопочки окрашиваются в нужный цвет. И так участники понимают, ответили они верно или неверно. Как вернуться назад? Слева внизу есть кнопочка с буковкой И. Она позвала, вернее, немножко перепутала. Кнопочка у нас другая, она сейчас закрыта. Сейчас попробую ее показать. Вот этот кружочек с правой стороны, невидимый. Ну, такой полувидимый, серенький. Кружок с правой стороны возвращает в стартовую таблицу, в турнирную. А вот этот вот с буковкой И, это дополнительный слайд со справочной информацией. Если участники, например, ну, хотят получить более подробную информацию, но мы всегда эту кнопку нажимали и открывали,
историю, например, Семеновского озера, нажимаем на эту кнопку, там информация об этом озере и книга, где можно это прочитать. Поскольку библиотека у нас была, и нам нужно было еще книги рекламировать, то мы вот через кнопочку информации добавляли информацию о книге, ну и рекламировали свой книжный фонд, скажем так. Вот, два в одном, игра и рекомендация книжная. Вот таким образом была устроена эта игра. Самая сложность пошла. Последний наш вариант – это игра «Морской бой». Как здесь все происходит? Здесь два окошка. Ну, в общем, не мне объяснять вам правила игры. Здесь кораблики расположены. Нужно, каждая команда получает свое игровое поле. Правда, команда, мы не сказали, где кораблики. То есть мы за них все расставили. А им оставалось только стрелять друг по другу и выяснять, где что спрятано. Игра здесь так и называется «Морской бой» в шаблонах, вы можете ее посмотреть. В чем принцип-то заключался? Каждая команда выбирала на другом поле, как обычно там, А4, Г5 и так далее. Называла клеточку. Мы по ней щелкали мышкой. Если за клеточкой ничего не скрывалось, она открывалась просто голубая. Ну, как это, промазал, да, не попал. Если за ней находился кораблик, то открывалось окошечко с красным квадратиком. Это значит, что ты попал по кораблю. Но далее к этому красному квадратику была привязана гиперссылка. И нужно было ответить на вопрос. Смысл-то не только попасть, но еще на вопрос ответить. Поэтому открывалось задание с вопросом. Ответив на это задание, возвращались назад в турнирную таблицу. И повторной анимацией, если ответили правильно, повторно нажимали на этот красный квадратик, он становился черным. Это значит, попали и на вопрос ответили. Если на вопрос ответили неправильно, то просто ни на что не нажимали. Он так и оставался красным. Это удобно, это как вот интеллектуальный биатлон. Принцип такой же. Очень удобно очки подсчитывать, сколько реально ответили, сколько просто попали. Вот я открыла сейчас просто красные квадратики. Если по ним дополнительно щелкнуть, то они перекрасятся в черный. Вот изнутри. Выглядит немножко устрашающий вид, но здесь все точно так же по принципу. Сначала таблички делаются без вот такие разлиновки. Затем накладывается поверх них первый слой. Ну, вы все разлиновали, пронумеровали. Первый слой – это у нас квадратики пошли. Их два, они накладываются друг на друга, верхний и нижний, как в интеллектуальном биатлоне. Первый красненький, он настроен на исчезновение, то есть при нему нажать он исчезнет, откроется второй квадратик. А второй квадратик уже будет перекрашиваться у нас в черный цвет. Вот как в биатлоне все точно так же было сделано, только теперь по отношению к корабликам. Выбираем, ставим квадратики красные, квадраты красные, вставка, фигуры обычные. Можно их накопировать очень много, чтобы были все одинаковые, и расставлять их по клеточкам. А дальше к каждому прикручиваем гиперссылку к верхнему квадратику. Да, почти вышивка крестиком, согласна с вами. Потом анимацию, потом надо триггеры на исчезновение и на перекраску. И вот, да, так скрупулезно начинаем работать. Но у нас, правда, на эту игру ушло много времени, конечно. У нас не одна я создаю игры. Спасибо большое за комплименты в чате, но я не одна была. У нас был целый коллектив авторов. И технически были более техничные люди, даже чем я. Я в основном за контент отвечала, за все эти вопросы, ответы, ну и технически тоже немножко помогала. Поэтому тут, да, вышивка крестиком была долгая, но зато интересно это все получилось в итоге. Вот так друг на друга наставляем квадратики и запускаем триггеры. Здесь уже не перекраска, здесь эффект называется затемнение. Ну, это та же самая перекраска, из красного становится черным. Вот. Второй квадратик, нижний, устанавливаем триггер на затемнение. Все, после этого самое интересное, все это нужно закрыть и спрятать. Поверх этого накладываем третий слой. Этот третий слой белые квадратики, их тоже накопировали и закрыли все. Игровое поле этими квадратиками, и нам нужно еще к этим квадратикам триггеры пристроить. Тоже на исчезновение обычное, чтобы при нажатии они просто исчезали и открывались нам. Либо пустые поля, либо красные квадраты. Вот. Такая вот трехслойная вышивка крестиком. Вот. А дальше команды начинали сражаться. Это, правда, длинная игра, потому что мало того, чтобы попасть, надо еще на вопрос ответить. У нас 1,5 часа ушло на одну игру.
Вот, все, конечно, устали, но расходиться не хотелось, пока до конца не дошли игры, не успокоились. Вот. Тоже такой шаблончик. Он сложный, действительно, вот этот самый трудоемкий из того, что у нас было создано, но тоже вот все хватает, поэтому пользуйтесь, я вам все загрузила. Ну, вот я тут открыла уже более подробные настройки триггеров. Можно, да, для чего я настройки-то эти открыла? Там со звуком. Если у нас пустое, открывается поле, то производится звук. Мы это сделали в настройках. Вкладка «Эффекты». Мы добавили звук из коллекции PowerPoint, звук лазера. Ну, как будто пустой выстрел. Дальше. Если копировать настроенный объект, то триггеры тоже копируются. Да? Да, они копируются. Поэтому, если вы один раз настроили анимацию и триггер, то это все копируется. Не копируются только гиперссылки, потому что там надо вручную устанавливать, на какой слайд какая попадет. Вот, чтобы все на разные слайды вели гиперссылки. А сами анимации, триггеры, да, они копируются. И в этом простота, потому что можно один раз объект настроить, а потом копировать. Да, все верно. Ну и внутри уже все было просто. Ну, по стандартному шаблону у нас здесь вопрос выплывает, по щелчку появляется правильный ответ с картинками. Здесь тоже вертикальная анимация, один за другим объекты выплывают, либо все вместе. Здесь сначала вопрос появляется, по щелчку появляются ответы, три вместе, текст и две картинки. Игра была посвящена Великой Отечественной войне. Ну вот с слайдами мы не стали уже заморачиваться. Весь креатив ушел на первый слайд, а все остальное уже стало проще. Вот таким образом это все работает. Ну и последнее, что еще я забыла вам рассказать, что иногда в игру можно вставить так называемые звуковые эффекты. Это тоже триггеры. Таймер. Если вам необходима командная игра, и там какое-то время на обсуждение даете, то можно вставить на каждый слайд таймер. Это вообще очень просто делается. Вставка звуков с файла. Где взять такой файл? Мы скачали в интернете. Здесь на 20 секунд тиканье часиков, а в конце гонг. Время истекло. Вы можете найти на 30 секунд и больше. Они все доступны в интернете. Вы просто скачали и загрузили. Эта игра называется «Карамзин». Там ничего особенного в этой игре. Я исключительно ради того, чтобы показать, как работает таймер. Но если вам это приглянулось, то, пожалуйста, можете тоже сохранить, посмотреть. Таймер тоже полезная штука для таких соревнований. Его копировать можно на каждый слайд. То есть создать один слайд с таймером, а затем накопировать их столько, сколько угодно. Здесь дополнительно настраивать ничего не надо. Он автоматом создаст вам триггер на воспроизведение. Вам остается только щелкнуть по этому значку, и все пойдет. Здесь все вручную будет. То есть вы озвучиваете вопрос и вручную запускаете таймер. Он у вас сам оттикает и закончится. Вы можете его, кстати, остановить, если досрочный ответ. Вот такое поле выплывает, воспроизведение. В нужный момент нажимаем на паузу, если команда уже готова отвечать. Вот такая ручная работа здесь. Ну и в заключение, уже времени осталось у нас совсем мало, буквально несколько слов. На самом деле, это вот я взяла просто свои шаблоны, рассказала, не свои, наши шаблоны, я рассказала, как они сделаны. То есть здесь я вам просто еще коллекцию шаблонов решила собрать, уже готовых, созданных в сети интернет, и несколько рекомендаций. Вот первый шаблон, это Александр Баданов создал, интеллектуальный тир. Буквально несколько слов о каждом. И ссылки в чат, как обычно, пожалуйста. Эта игра индивидуальная, здесь нужно стрелять по шарикам. В случае правильного ответа попадаем в шарик зелененький, в случае неправильного в красненький, наверное, так. Вот еще тут можно выбирать патроны. В общем, шаблончик готовый есть. Я уже не стала рассказывать о чужих тайнах создания, вы уже самостоятельно сможете познакомиться с этими шаблонами и выбрать, может быть, что-то еще для себя дополнительно в коллекцию. Далее, есть вот такая игра тоже, Александр Баданов, автор, «Лабиринт» называется. Это тоже для маленьких деток игра. Тут ездит робот, он передвигается от одного персонажа к другому. Тут Знайка, Самоделка и Незнайка. И вот как только он запускаем щелчком мыши анимацию, он двигается по слайду, этот робот, подъезжает к каждому из героев, и как только подъезжает, появляется вопрос в виде вот такого окошечка и варианты ответов.
Щелкаем. Если правильно, то робот двигается дальше к следующему герою. Такая ходилка-бродилка. Называется лабиринт. И ссылку, и инструкцию я тоже в чат отправлю. Поэтому вы можете просто их себе копировать, потом уже на досуге посмотреть, почитать. И там подробные обучалки, сам шаблон можно скачать с сайта. Можно тоже попробовать. Но это индивидуальная игра. Далее, викторина с фотографиями. Здесь какой принцип? Выбираем правильный и неправильный ответ. В случае правильного ответа часть картинки открывается. Вот. Два варианта шаблона. Вот первый картинку собирает из частей. Если неправильно, часть будет черная. То, что правильно, будет цветная. Второй вариант, там нужно собрать верную картинку из частей. Городомир и викторина. Автор, нашла я этот шаблон на сайте Дидактор. Вообще, всем, кто PowerPoint там интересуется, я очень советую в этот блог ходить. Дидактор он называется. Автор Георгий Аствацатур. У меня всегда проблемы с выговариванием этой фамилии. Аствацатуров. Да. Он делает эти шаблоны и рассказывает о том, как они сделаны. И там у него же на сайте все это можно скачать, если вам интересно. И опять две инструкции даю. Первая это на первую викторинку. Вот она сейчас в чате. И вторая инструкция на вторую викторинку. Он же придумал еще вот такой вариант. Собери картинку из частей. Ну, тоже, наверное, индивидуальная больше игра. Мы-то больше по коллективным специализировались. Здесь более индивидуальная. То есть нужно ответить на вопрос. Если правильно, открываем часть картинки. Ну, а затем по этим частям можно догадаться, что здесь загадано. Плюс здесь еще есть озвучка голосовая. Игра называется «Столица мира». И опять саму игру вам сейчас в чат отправлю и инструкцию к ней. Такая вот история. Ну, еще буквально немножко перебрала по времени. Прошу прощения. Но я надеюсь, информация будет вам полезной. Ну, еще в моей коллекции вот такой шаблон есть. Автор все тот же, блог-дидактор. Это колесо фортуны. Что-то наподобие колеса, когда поле чудес. Запускаем это колесо, оно двигается, если по нему щелкнуть. А дальше выбираем категорию. Военачальники, оружие, военная техника. Это колесо когда-нибудь останавливается, открывается какой-то произвольный вопрос из этой категории. Но дальше на него отвечаем, возвращаемся обратно, запускаем колесо заново. Ну, тоже более индивидуальная такая игра. Ну и опять вам шаблончик для этой игры. Здесь уже сложная анимация, сложные переходы. Ну, тоже можно попробовать, если вам интересно это. И еще. Шаблоны это совсем из недавнего, потому что я на блог этот подписан, с большим удовольствием его почитываю, много для себя там нашла интересного. Вот такая игра «Таинственное слово». Здесь у нас главное собрать слово по вертикали, ответив правильно на вопросы. Правильный ответ открывает одну строчку. Ну а затем, потом из этих буквок надо собрать слово. Если ответил на все вопросы верно, то проблем нет, слово соберется. А вот если нет, тогда нужно догадываться. Такая анаграмма получается. Ну вот изнутри вот это вот, вот так вот выглядит. Кнопочка с циферкой запускает задание, кнопочка ответ – это триггер. Он запускает появление правильного ответа. Вот. Так, перепрыгнула. Сейчас ссылку отправлю. Или уже отправила. Таинственное слово. Нет, не отправила. Отправляю про таинственное слово. Ну и вот этот вот шаблон меня больше всего поразил. Это в том же самом блоге «Дидактор». Сделана очень красиво игра-бродилка. Последняя ссылка на сегодня. Все, больше я не буду вас мучить ссылками. В чем суть? Здесь есть кнопочка «Старт», но игровое поле с циферками. Да, как обычно, фишкой. Наверняка все в эти настольные игры играли. Передвигаемся фишкой по цифрам. Останавливаемся, отвечаем на вопросы. Ну, затем двигаемся дальше. Если ответ неправильный, то возвращаемся назад. Ну, правила игры внутри шаблона прописаны. Если я что-то неправильно
правильно сказала, всегда можете меня поправить. Вот так красиво все оформлено. Самое интересное, там есть пустые слайды внутри с заданиями. Задания совершенно разные. Правда, неправда, верный, неверный ответ. В общем, замечательный шаблончик с пиратскими сокровищами разными. Что мне здесь понравилось? Кнопка «Старт» запускает кубик. Помните, чтобы пойти по клеткам, нужно сначала кубик кинуть. Здесь он есть, он анимированный, он запускается. В определенный момент он останавливается, выкидывает какую-нибудь циферку. И тут же вот эта зеленая кегля у нас начинает двигаться. Она попадает, допустим, выпала цифра 4, она передвигается на цифру 4, и тут же нажимаем на эту кнопочку, открывается задание под цифрой 4. Здесь все очень интересно и необычно сделано. Поэтому я пока еще только в восторге от этого шаблона, пока не разобралась, что здесь сделано как, но он уже готовый, настроенный, там можно только задания и вопросы внутри менять. А так, это хорошая игра-бродилка, тоже в PowerPoint сделана. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Вот, кстати, так выглядят шаблоны, тут все очень красочно. Сюда вписываем просто, здесь в скобочках подсказано, где должен быть верный ответ, а где неверный. Вот, да, просто сокровища пиратские. Спасибо большое. Я надеюсь, что я не зря провела столько времени в интернете и вам нашла много полезной информации. В заключение, подводя итог, нужно сказать, что, конечно, управляющие кнопки, гиперссылки, анимации, триггеры – это замечательно. Но самое главное здесь, наверное, фантазия создателей. Начать можно с шаблонов, но потом фантазия куда заведет, какие игры вы придумаете, все зависит уже от вас. Большое вам спасибо за внимание. Если какие-то ссылки у вас не работают, или вы хотели бы получить весь набор ссылок к текстовым документам, то это возможно, я могу их выслать по запросу. На этом слайде адрес моей электронной почты, еще меня можно найти на Фейсбуке. Приглашаю вас в группу в свою ИКТ-мастерилки, я там публикую презентации с вебинаров и сами видеозаписи вебинаров, так что там можно меня еще найти. Если что-то нужно, то, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте, правда, не сочтите за невежливость, я не всегда сразу реагирую, потому что иногда писем много, не на все успеваю, но я обязательно стараюсь обо всех помнить и всем помочь, кому могу, конечно. Вот, все, пожалуй, на сегодня. Последний вебинар у меня в этом году будет 30 декабря, прям под новогоднюю елочку. Тема у нас QR-коды и дополненная реальность. Такой волшебный квест как раз для Нового года. Вот об этом будем говорить. Жду вас на вебинарах. Спасибо, что были. Вы замечательные слушатели. Спасибо большое за комплименты. Буду стараться и дальше вас радовать. Да, напишите мне по электронной почте на вот этом слайде орешкамаринасобака.mail.ru. Я вам в ответном письме все пришлю. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.